Металл тебе? Сейчас. Помню, где мне эта группа лежит.
точек не видно, черных. Страйк. Там какой-то комбо дали. Техника уничтожена. X2, вон я смотрю. Боты вон гоняют друг друга. Там спидфайры. А у них боты на спидфайрах, походу. Так, что-то я еще хотел посмотреть, я в тот раз что-то не успел. А, Темпест, по-моему. Да. Ну, 5000 голды. Что за... А, это пробный вылет. О. ХС, да, получше летать стал. Хотя я не помню, я его, по-моему, в тот раз на первом деве в топ не вывел бегать. Ну вот не помню, может и в топ его. Сейчас он летает практически так же, как на основе. Только, по-моему, маневр побольше. Блин, а что-то за этих не пускает в бой. О, смотри. У меня в тот раз было 7,5 миллионов, сейчас 15 миллионов. Смотри, они больше сделали. Было сколько там? На основе 144 миллиона опыта, а тут 15 миллионов. А было 7,5 в два раза. Лучше бы они стоимость конвертации за голду поменяли. Ладно, я пойду немецкую фоку А8 посмотрю, это что-то долго. Дай. Где фока А8, как ее открыть? Девяносто 9000 опыта надо на нее.
Камуфляж у нее клевый, прям прикольно внешне смотрится. И тут что-то то же самое. Вооружение на ней. Ого, 4 пушки, 2 пулемета. Пушки МГ-151. А, вот они. Раз, два, три, четыре. Блин, ну так приятнее интерфейс, он не такой голубой, хотя мне, в принципе, тут нормально был. Но этот поприятнее. Да что ж не кидает-то, пойду в пробный вылет тогда. О, филд тоже поменяли. Ну что, кабина такая же, по-моему, практически. Приборы только, по-моему, может быть, чуть-чуть по-другому расположены, а так то же самое. И надписи нету. Ахтунг, что-то там, я помню, было. О, даже шасси камуфлированные. Прикольно, смотри, такие лапки. Летит она, конечно, прикольно. По-моему, даже быстрее А5. Там нормально так быстрее А5. И маневреннее она А5. Вот это совершенно бочку она быстрее делает. Ой, по-моему, вода другая стала. Чуть-чуть. Хотя, хз. Но в горизонтальном маневре она, как все фоки, не очень.
Ну что, деревья, кстати, по-моему, плюс-минус такие же. Хотя, надо скриншот смотреть. Темпас посмотреть. О, тут балок нету, как в этих, в тайфунах. Обзор классный. Ничего не мешает. Звук, конечно, как будто слева и справа газонокосилки работают. Ну, такие хорошие газонокосилки. Мощные. Скорость он, конечно, нормально набирает. Филд пролетел 480. 500 уже. Не реактив, но тоже так, ничего себе. Вампир это да. Он что-то подъем, он только 25, я смотрю, могёт. Да, 25. Сейчас я его буду ломать полностью. Наверное, если успею развить. Ох, Спигион вообще не выходит. По сравнению с Фокой. По-моему, предыдущий темпест получше выходил из пике. Так, надо вот этих посмотреть, товарищи, где там. Какой фонарик на темпесте? Где? А, ну да, посадочный, наверное. Да, даже не наверное. Интересно, он вытаскивается или нет? Уже дырка есть, он что-то я не обратил внимания. Он тоже как шасси за это самое. А, еще купить надо обязательно предыдущий самолет. Вот что. Так. А какой там? Там две тридцатки? Офигеть, две тридцатки и две двадцатки. Вот это жесть. Еще японские.
X-Wing прям. Аннигилировать будет все, что летает. А я что, не купил его, что ли? Бигль, мне кажется, вот этот самолет у тебя будет вызывать боль в каком-то месте вместо Сиденкая. Скорость тоже 590, но хрен его знает. А, нет, 651, это вот помедленнее, значит. Маневр 23. А, нет, он похож с Сиденкая. Но это, а этот... О, они, интересно, сделали, можно? Или я из очереди вышел? О, смотри, теперь во время очереди можно наклеечки клеить. Голда у меня, да, это моя была. Была, уже кончилась, блин. Открыл 4 самолета. О, сейчас кого-то будем убивать. Это был за звук. А, это теперь, если ты в альтабе загружаешься, он тебя пикает, и внизу значок мигает. Точно, они же про это говорили. Точка появления истребителей. Это он, значит, не в воздухе, что ли? Вот, надо посмотреть, наоборот, в воздухе. Фока Д-13. Темпест. А это чё? Они что-то отключили, блин. Желтую надпись в воде. Нет. Ох, фига там сиденье для мазохистов. Мало того, что металлическая, она еще и в дырочках вся. Приборов тут, да. О, пулеметы, как в этих, в Ки-43. Че тут? Какие-то кнопочки. Большой красные кнопки. О, есть красная, а две даже есть. Но он что-то как-то уныл, он высоту, кстати, набирает. Как мустанг приблизительно. А, не, скорость-то 300, ни хрена себе уныло. Кто-то зажрался. На деф, да, любой желающий. Его открыли только что. Там
тема на форуме есть. Ну, кстати, я ж так экономику не посмотрел. Ще. Где там? За поражение. Я там сколько? 3 или 4 танка убил на ХСе. Ну вот, что дали. Прям работает. Ну, что-то мало. Хотя поражение, хрен знает. И там Матильда, это за танк считать сложно. Внешне прикольный, кстати. Чем-то на Thunderbolt похож. О, B25. Сейчас на нем 30-ки это самое. А это, кстати, 30-ки такие же, как в Ки-200? Я вот что-то не посмотрел. Нет, визуально другие. О, B17. Во! Вот на ком я буду B30-ки испытывать. Одно флаттер посмотреть у этого самолета. Ух ты, нормально он флаттер держит. Фига, и скорость не, так... не теряет, можно сказать. А, я же ленты не поставил, по-моему. Блин, забыл. Блин, он как все японцы, он не может нормально бочку сделать. Блин, ну со стоковыми лентами пушки вообще, по-моему, не дамажит. Я, по-моему, B17-му только стрелков убил. Да, по сравнению с универсальными лентами эти вообще не дамажат. Целую очередь приходится всаживать. А чё? А чё это Б наш? А, я же на стороне американцев получается, что ли? Ну да. Что за... Что там?
немного усилий, и победа в наших руках. Кто-то писал про зарядку в воздухе в РБ. Никакой зарядки в воздухе в истории нету. Кто-то там об этом писал на форуме. А, и прокачку вернули экипажей. Тоже кто-то писал, что ее не было. И, ну, если ее не было, то ее вернули. Ну, песок другой стал. Похрен, без крыла сяду. Откуда меня эсминец? А, вон он откуда. Что там такое происходит? Связь потеряна? Чё это связь потеряна? А это что такое? А, это тот, который только что исследовал за голду. Мне написали то, что я его исследовал почему-то. 2550. Сколько вот я сейчас сбил? Одного, по-моему, да? Одного или двух, там, неважно. Дали 2550. Че? Нужно 4200, но это 5100. То есть это получается на таких два боя модуль вот этот. Обработка фюзеляжа. А сейчас, по-моему, сейчас так и есть, по-моему, на топовых самолетах, да? Или быстрее даже. Это на каких-то мелких там, по-моему, два боя уже будет обработка, а тут, по-моему, побольше надо налетать. Опять 100, получается, не дали вот. По-моему, там чуть ли не так же, как сейчас в истории дают. Ваша задача – уничтожить наземную технику и базы противника.
Куда? О, да, фонарик убирается вот этот. Прикольно. О, Бигль, вот про что я тебе говорил. Вот капот, видишь? Круглый, а у Спитфайра он квадратный, потому что там полигонов меньше. Бот Ил-10 и бот Ки-84. Отлично. Пофармим. П-2, бот. Як-9, Ла-7, боты, Ил-10, П-2, пешка. Круто. Но боты, я так понимаю, именно тут, то есть получается советская страна и боты советские. А там, соответственно, будут японские. Е-162? Серьезно? А, блин, лавка. Зараза. Ну все.
что флаттер даже... О, появился. Я даже быстрее Доры. Что, Вовка, я проворонил прям, я вообще там даже не видел, откуда она взялась. Вроде там только два самолета был, третий там далеко был. Фейл. Пойду еще раз на ХС-ки слетаю. Она забавная. Серьезно? И кого мне тут убивать, блин, на ХСе? О, корабли же, блин, корабли сейчас буду пробовать убивать. Блин, а какие брать, наземные цели или бронированные? Что-то я в раздумьях. Бронированные возьму. Хотя, с другой стороны, зачем бронированные? Ладно, попробую бронированные. Блин, вот этому самолету сильно кабины, конечно, не хватает. 75-миллиметровой пушкой летать.
Что тут же кто-то тут ближе эсминец был, прям вот тут я помню. А, видимо, вон он дымится. Ну вот, на, блин. Не долетело я. Ну блин, на такой карте, конечно, хрен долетишь. О, Корея, там танки даже есть. И мост, во, надо мост теперь попробовать, убьется он или нет. И надо взять для наземных целей, во, попробовать по танкам пострелять. Ваша задача уничтожить наземную... Блин, а, есть.
Собака, у нас с тобой взаимно. Гейская? Блин, а здесь мостов-то нету. Только союзные. Ёлки-палки. А кого я уберу? Ну, союзные буду убирать. О, Як-7. Бля, а это же мост. А, не, вон. Что-то я туплю уже. Собак пишется собаки через О, первая буква. Вот сейчас вот я буду смотреть, убивает она мост или нет. Мне это просто что-то интересно вдруг стало. Нет, даже не повреждает. Это меня бот что ли убивал? Кто меня убивал? Не, не, он что-то мне улыбается и машет, дальше поехал. А кто меня так? А вот кто меня. Ай ты, чё? Я все, у меня все ходы записаны. Он дальше полетел, я все видел. Если мы немедленно не вмешаемся, враг победит. Зато вы можете оценить огонь, который у меня почему-то FPS сжирает. О, целый летит. Он в меня врезался, я все видел. Ты что там? Не, все, больше не буду этим мазохизмом страдать. Потом выйдет на основу, буду фигней страдать. Надо еще какой-нибудь самолет посмотреть. А, надо же на Фоке слетать. Чё, ты Израиль? Пушка-то? Ну просто уже все летают, стрелять не дают. Да и это не особо интересно большинству. Лаги? Да нет, лагов нет. Стрим, если выключить, вообще лагов не будет. У меня из-за стрима подфриживает. Я так выяснил это еще в этом. Не, не в мамбле, а то, что ты там начнешь. Я поэтому не в мамбле. И тебя там боюсь. Пилоты, ваша задача уничтожить наземную технику и базы противника. Ох, нифига себе бот! Где он? Я хочу это видеть. Не видно. Офигеть, у нее 4 пушки, она поднимается 20 градусов. Скорость 300. Ну, чуть падает, конечно. А чем тебе маркера не нравятся? Нормальные маркера. Такие же практически, как и были. В
Вообще различия не вижу. Ну там может шрифт чуть пожирнее, так. Симпатичный камуфляж, мне нравится, прям клевый. Да мне изначально прокачка новая была, как бы пофигу. Я только не понимал, почему там вот этот перевод опыта такой дорогой стал. То есть там. И в этом плане ничего не поменялось. Так прокачка как была, так и осталась. Денег опыта вроде побольше начали давать. О, бот на москит, офигеть. А за них интересно опыта дают. Сколько за этих ботов на крутых самолетах? Ух ты, какой след. Хотя, по-моему, может он такой и был, но, по-моему, длиннее стал просто. О, что-то у нее тоже руль высоты так себе работает. Но Дора быстрее, кстати, судя по всему. О, уходит просто. А, ну Дору ж настроили, правильно. Она теперь быстрее и маневреннее. О, Б-24.
Ну да, он ничего не сделал. Практически как на основе дают. А, это отдельный темп-тест. Блин, а я думал, это модификация вот этого. Ваша задача – уничтожить наземную технику и базы противника. Москит, 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 спитфайр, ни хрена себе ботов вооружили. О, Арада. Первая мысль, что это бот на Арада, кстати. Думал вообще. Доджили.
Русские войска захватили точку. Вот эти ленты дамажат. Камера чуть-чуть пьяна, по-моему. Как убивать-то, блин? А, ну вот пусть Змиг 9 за ними гоняется. Ого! Вот это внезапно. Два убил, две, получается, 2800. Хрен знает, мало это или немного, все модули же открыты. Сейчас, 2800 я там получил, да? Ну да, получается, два боя, этот модуль, а это сколько надо? 8200? А, так получается... Действительно быстрее стало. Я сейчас получил сколько еще раз? 2800.
Сюда надо 6700. 13 тысяч. Так это получается реально быстрее это станет, чем раньше это было. Круто. Офигеть, 37 миллиметров, 45 миллиметров, 23 миллиметра. Семьдесят пять боезапас у 45 миллиметров. Как это так? Тут 28 за боезапасу 37 миллиметров здесь, а тут 75 у 45-миллиметровой пушки. А куда они снаряды запихнули в таком количестве? Может, баг? Да, скорее всего, баг не может столько снаряда быть. Ух ты, симпатичный. Модельки, по-моему, получше стали некоторые. Хотя это может глючить, конечно. Танки, танки где? Ладно, на сегодня все, потому что уже спать пора. Потом еще буду стримить. Если понравилось, подписывайтесь.